случае, если не смогут найти эти 900 миллионов, насколько жесткими будут верные отключения? Та сегодня выработка, которая есть на ЭКОРГС, если не будет никакого перетока, у нас график будет 50 на 50. Это 12 часов света будет, 12 часов света не будет. Потому что мощности, вернее, количество вырабатываемой электроэнергии на ЭКОРГС на больше не хватит. Недавно, насколько мне известно, произошла хакерская атака на диспетчерскую. Значит, на сервер ваш, который принадлежит Черноморэнерго, и вывел ее вообще диспетчерскую из строя. И по имеющейся информации, на данный момент у вас даже нет возможности отследить ни оптоволоконное соединение, ни ситуация на высоковольтных, ни ситуация на подстанциях. Значит, вы даже ЭКОРГС, собственно говоря, никоим другим образом не видите. Не утверждаю, что это именно так, но насколько ситуация сложная, значит, и как вы вообще из нее планируете выходить, и какое время займет теперь, чтобы это привести все в порядок. Ну, безусловно, очень любопытно, в биткоины, которые требовали хакеров, вы им отдали или нет? Атака была. Была нарушена работа наших серверов. Работа сегодня восстановлена, наши системы практически на 95%. Диспетчерская работа в штатном режиме. Там есть у нас еще несколько программ сопутствующих, на них есть какие-то еще недоработки. Ребята усиленно работают. Я думаю, что до конца этой недели мы полностью выйдем из этой ситуации окончательно. Вот, что касается биткоинов. Биткоинов или не биткоинов, мы никому ничего не оплатили для того, чтобы это у людей не превратилось в практику.